Здравствуйте! В эфире еженедельное обозрение «Тюмень спортивная». Ближайшие полчаса посвятим событиям, благодаря которым минувшие выходные должны запомниться очень надолго. Сейчас коротко о том, о чем пойдет речь в первой половине программы. Турнир, завершившийся тюменской победой, причем во всех смыслах этого слова. Чемпионат России по лыжным гонкам оставил массу максимально положительных эмоций. В отличие от Рубина, хоккейный клуб после командировки в Новокузнецк оказался на грани вылета из Кубка Петрова. Это золото надо одному, а не всем. Понимаешь? Одному. Такое бывает только раз в жизни. Господи, ну почему ты помогаешь ему, а не мне? Потому что ты жадный, а даже Бог велел делиться. Диалог из незабвенного фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» как нельзя более кстати подходит к ситуации, которая сложилась на финише чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени. Лидеры сборной Александр Большунов и Татьяна Сорина примерили уже по 4 золота и наверняка взяли бы и по 5-му в последних стартах, но решили поделиться. Программу чемпионата в «Жемчужине Сибири» завершали марафоны. У женщин, помимо Сориной, не бежали Наталья Непряева из Архангельской области, а также Юлия Ступак из Коми. В их отсутствие чемпионкой стала Мария Истомина из Пермского края. В целом, она всегда была где-то рядом с лидерами сборной на турнире, брала медали и даже расстроилась тому, что задача стала заметно легче. Жалко, что не бежали девочки, ни Наташа, ни Таня. Очень хотелось с ними поработать на их темпе, посмотреть, насколько я выдержу. Без них тактика простая была, просто убегать и наращивать темп. Да, я изначально хотела начать сразу же быстро, а там уже как пойдет. Серебро выиграла москвичка Анастасия Рыгалина. Медаль получилась неимоверно трудовой. Анастасия дважды падала на дистанции. И не только она. Ноги в конце чемпионата не держали многих. А для Христины Мацокиной из Татарстана падение и вовсе закончилось травмой. Благо, несерьезной. Близка к бронзе была опытная Марина Черноусова из Сахалинской области. Но на последнем круге ее обошла тюменка Екатерина Смирнова, добавившая личную медаль к победам в командном спринте и эстафете. Венчал турнир «Жемчужины Сибири» мужской марафон на 50 километров классическим стилем. И этот старт стал единственным, в котором тюменцы остались без медали. Хотя даже без Ивана Якимушкина, Евгения Белова и Дениса Спецова они могли ее взять. К 35-му километру пелотон постепенно сократился до 10 спортсменов, а вот затем разрыв стал расти куда быстрее. Стремительно уехали от конкурентов Илья Семиков из Коми и архангельский лыжник Алексей Шемякин. Очную борьбу они оставили на последний круг. Семиков сумел создать себе комфортный гандикап и докатился до золота. Шемякин проиграл ему почти 11 секунд. Больше смотрел по работе лыж, потому что состояние у меня хорошее на всем чемпионате. Вначале чуть-чуть первая пара чуть-чуть не понравилась по держанию, поэтому старался идти в группе, как можно меньше потратить сил, а уже после перебивания работал на полную. Он человек сборной, хорошо готовится, хорошо готов сегодня. Лучше меня, значит, вот и убежал чуть-чуть. Вот. Я чуть-чуть не поддержал. Нестандартно для марафона завершилась бронзовая разборка. Судьбу медали решила разножка, в которой новосибирский лыжник Андрей Собакарев опередил тюменца Илью Санникова и лишил хозяев абсолютного рекорда. Ранее во всех 11 гонках чемпионата страны тюменцы неизменно поднимались на пьедестал. Я думал, что у меня будет больше сил, но я специально пропустил Илью вперед на спуск. Я знал, что если я сяду за ним, то смогу его выкатить. И, в принципе, так оно и получилось. Всего за 9 дней на трассах центра «Жемчужины Сибири» было разыграно 12 комплектов медалей. Блестяще выступили на домашнем турнире хозяева. Сборная Тюменской области возглавила командный зачет. В ее составе на подиум поднимались 8 атлетов. Главной героиней турнира стала Татьяна Сорина. Она выиграла 4 золота и серебро в индивидуальном спринте. Призер марафона Екатерина Смирнова вместе с ней победила в командном спринте и эстафете. У мужчин тюменскую дружину вел за собой второй человек в Кубке мира Иван Якимушкин. На его счету 3 серебра и бронза. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам чемпионата России. Хочу сказать огромное спасибо нашим судьям за весь этот сезон. Очень сложный, но в то же время они сработали, как всегда, на большую пятерку. Поблагодарить своих спортсменов, сказать им огромное спасибо за этот классный, трудный, но очень-очень классный сезон. И, безусловно, сказать вам огромное спасибо, дорогие наши болельщики. Мы вас любим и будем стараться радовать вас. До новых встреч! Спасибо! Уже в следующем году «Жемчужина Сибири» почти наверняка снова увидит лучших лыжников России. Только все будет даже еще интереснее, ведь компанию им в рамках финала Кубка планеты составят все мировые звезды из других стран.
Пока спортивный мир содрогался от успехов российских лыжников, за сердце хваталось не одна тысяча зрителей у телеэкранов. Спортсмены и болельщики успели соскучиться друг по другу. Чемпионат России стал первым крупным соревнованием, трибуны которого после долгого перерыва открыли для посещения. Лыжные гонки ничуть не уступают лучшим сценариям голливудских фильмов. Быть может, поэтому данный вид спорта так популярен среди женщин? О том, как к заключительным стартам готовились наши прекрасные болельщицы, узнаем прямо сейчас. Классика от конька чем отличается? Ну, конек — это как вот на коньках вы катаетесь, а классика, по-моему, они вот так вот делают. Я вам не скажу, я их не отслеживаю. Ну, классический ход — это получается, мы работаем руками и ноги по переменке. А классический ход, он как бы коньковый, он елочка идет. Право-влево, право-влево. Ну, по стилям я еще не сильно сильна в этом вопросе. Стилям! В общем, в зачете Кубка мира сколько у нас медалей? Ой, я даже не представляю, но это больше 100, наверное. Ну, наверное, что... Около 20. Медали 20 пускай будет. 50. Ой. Когда спортсмены меняют лыжи? Лыжи меняют? Ну, когда переходят с конькового на... классического на коньковый или наоборот с конькового на классический. Когда ставят их летом отдыхать. Когда изнашиваются. Он меняет их на скиатлоне. Девочки через 7,5 километров. И мальчики, когда бегут, на 15 километров. Чем бы вы накормили спортсмена? Ну, не знаю. Спортсмены, наверное, очень часто хотят кушать. Борщом, пельменями. Конечно же, мясом. Но на самом деле, наверное, спортивное питание специальное, которое можно спортсменам, там, белки, углеводы. Вы бы вышли замуж за спортсмена? Я замуж за спортсменом. Боюсь, что нет. Конечно, мне кажется, спортсмен – это тот человек, который всегда поможет, всегда будет рядом. Я хотела бы выйти замуж за спортсмена, но только уже возраст. Год, который хочется скорее забыть, завершили позитивно. Тюменские лидеры сборной России по биатлону уходящий сезон вряд ли занесут свой актив. Александр Логинов, хоть и взял медаль чемпионата мира, далеко не всегда напоминал себя прежнего. Викторию Сливко выбил из седла коронавирус, а Евгения Гараничева – скомканное начало сезона. Тем не менее, уйти в отпуск двоим из этого трио удалось на позитивной ноте. В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по биатлону. Соревнования принесли 3 медали тюменцам. Евгений Гараничев взял золото в масс-старте. С последней стойки он ушел вместе с Антоном Бабиковым из Башкортостана и представителем Свердловской области Алексеем Шевченко. На последнем подъеме за 500 метров до финиша Евгений ускорился и по внешнему радиусу обогнал соперников, а на финишной прямой уже не дал шанса никому. 2 медали взяла Виктория Сливко. В эстафете, несмотря на провальный первый этап Александры Бацаной, Татьяна Акимова и Ольга Мощенкова подтащили команду на 4-е место. А идеальная стрельба Сливко принесла тюменкам серебро. Виктория больше минуты выиграла у финишера югорчанок Ксении Довгой, хотя гандикап северянки на старте отрезка составлял 1,5. Вначале, да, я немножко дернулась загонять, но потом поняла, что круг не такой длинный, да, чтобы можно было отыграть 17 секунд, кажется. Тем более тяжелая трасса, и я с первого круга начинала работать, поэтому на финиш я бы не сказала, что я там прям такая свеженькая пошла. Поэтому второе место хорошо, и наша команда довольна. Личную медаль Виктория выиграла в масс-старте, где взяла бронзу. Сливко закрыла 19 из 20 мишеней. Обойти ее смогли лишь ямальская биатлонистка Лариса Куклина и главная сенсация турнира Наталья Ушкина из Мордовии. На лёжке никаких не было проблем, я справилась. А на стойке, на первой, да, было очень сложно стрелять, и даже габарит закрылся. Поэтому, видимо, сегодня мне просто повезло, я счастлива, я очень хотела медаль. Другим тюменским сборникам, Александру Логинову и Татьяне Акимовой, турнир не удался. Прежде всего, из-за развалившейся стрельбы. В тяжелой ситуации оказался тюменский «Рубин», ведущий борьбу в полуфинале Кубка Владимира Петрова с новокузнецким «Металлургом». Обменявшись с оппонентом победами на домашнем льду, подопечные Михаила Звягина крайне неудачно сыграли в гостях.
Аргентина-Ямайка 5-0. К сожалению, метафорическую фразу приходится произносить применительно к результату третьего матча Рубина с Металлургом. Но это как раз тот случай, когда из песни слов не выкинешь. Тюменцы все 60 игровых минут не попадали в ноту в атаке и фальшивили в обороне. Они не смогли связать забивных форвардов в Кузне, как удавалось делать на домашнем льду. Как следствие, у хозяев оказалось слишком много времени и пространства для того, чтобы реализовать свой высочайший для высшей лиги атакующий потенциал. На 10-й минуте Максим Кицин без особых проблем разрезал оборону гостей и открыл счет. Под занавес первого периода тюменцы не уследили за подключением Никиты Пухова. Третью шайбу привезли себе сами, допустив грубую ошибку на чужой синей линии. Олег Ломака превосходно воспользовался шансом. За 50 секунд до второго перерыва Пухов оформил дубль. Ну да, я говорил то, что много повезло. То есть сегодня я две забил, завтра кто-нибудь другой две забьет. Главное, чтобы мы забивали, выигрывали. А кто уже забил, это важно. Рубин продолжил сражаться, но лишь пропустил пятую шайбу. Ну, надо сказать, что у нас совсем сегодня не получилась игра. В общем-то, ну что, по большому счету, хорошенько дали по соплям. На следующий день тоже, хотя начало четвертого матча не предвещало беды. В 13-й минуте Семен Иванов открыл счет, реализовав большинство. В состав Рубина после отбытия дисквалификации вернулся нападающий Егор Попов. Правда, выгоды из этого извлечь не удалось. В начале второго периода Руслан Ибатуллин сравнял результат. Все мог изменить Вадим Кравченко, но увы. А затем последовала череда удалений. За 5 минут гостям выписали 3 малых штрафа и сталевары реализовали большинство. Клюшку под бросок подставил Валерий Поляков. В старте третьего отрезка Александр Еремчук выполнил передачу на партнера, но шайба скользнула за спину Егору Назарову. Именно этот гол и стал переломным. До финальной сирены «Металлург» довел дело до второго подряд разгрома 1-6. 7 апреля «Рубин» проведет пятый матч серии до 4 побед на домашнем льду. Поражение в нем завершит для тюменцев сезон. Далее в программе. Успех после зимней паузы. Футбольный клуб «Тюмень» впервые в 2021 году вышел на газон стадиона «Геолог» в чемпионате ПФЛ и сразу одержал победу. Преодоление. Что такое не отступать и не сдаваться, может рассказать тюменец Вячеслав Голосов, нашедший свое призвание в тхэквондо. Двигать фигуры силой мысли. В Тюмени открылся очередной шахматный клуб. Жизнь в него вдохнул чемпион мира Анатолий Карпов. Как пробить выезд на футбол в другой город за копейку и реально ли это сделать фанатам маленьких клубов? Об этом нам рассказали два преданных болельщика ульяновской «Волги». Первый матч после возобновления первенства ПФЛ их команда провела в Тюмени. Встреча имела большое значение с турнирной точки зрения для обоих соперников, но все-таки тема зрителей на ней стала главной. Ведь впервые за долгое время они были допущены на трибуны стадиона «Геолог». Во многом благодаря поддержке зрителей хозяева сумели выстоять в меньшинстве. Еще в концовке первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален защитник сибиряков Вячеслав Бардыбахин. Первый матч, да, со зрителями. То есть очень приятно, что пришли нас поддержать. То есть это как бы, ну, наверное, добавило нам энергии, наверное, да, сил, когда удаление произошло. А вот болельщикам «Волги» результат поединка положительных эмоций не принес. Впрочем, свою индивидуальную задачу они решили. Очередной выезд у них за плечами. Мы пробиваем за копейку. Денег вот сейчас на обратку нету. Ищем, как добраться домой. Доберемся домой. Попутки, не попутки. Все. И за копейку реально пробивать. Ездите за свою любимую команду по всем городам. Это не так тяжело. Если что, даже команда может вам помочь. Учитывая команду, то, что играет в Урал-Поволжье, то есть большинство выездов даже пробивалось автостопом, то есть это вообще не проблема. То есть автостопом пробить выезд, мне кажется, даже в ФНЛ не проблема, но только в некоторые города, в зависимости от трассы региональности. То есть, а так, то есть можно, грубо говоря, хлеб с майонезом и ехать. Фанатские движения находятся в тесном контакте друг с другом. Тем более, что в ПФЛ нет антагонистов из разряда «Спартак-Зенит». Напротив, болельщики идут по пути дружбы и при необходимости помогают гостям своего города с вопросом размещения. Сегодня выручаешь ты, завтра тебя. Наши фанаты чем отвечают? Поедут в Ульяновск? Ну, в будущем. Да, ездим, конечно. Мы, сколько там у нас, сколько приезжало человек? Двое, у меня лично вписывайся. К нему домой двое приезжало, но мы планируем. Вот в Самаре было 15, и сейчас Нижний Новгород ближайший будем, наверное, 15. И в Ульяновск, дай бог, приедем 15, да? Так что готовь
комнаты, кухню, ванну, туалет. Все готов. Что же касается самого футбола, то здесь тюменцы приятно удивили. Непонятно, чего можно было ожидать от команды, которая за время зимней паузы обновила состав наполовину. Но ключевые взаимосвязи наставнику сибиряков Игорю Меньшикову сохранить удалось, а новички пришлись ко двору. При этом в первом голе хозяевам невольно помог Руслан Навлетов. Защитник перед самым закрытием трансферного окна перешел в «Волгу» как раз таки из Тюмени. На 22-й минуте он пытался сыграть в мяч, находясь в своей штрафной площади, но вместо этого снес Данила Карпова. Вердикт судьи однозначен – пенальти. Отдать должное Даниле Карпову. Он на опережение выскочил передо мной. Я немного упустил момент, не среагировал. И надо, конечно, было стоять на ногах и не подкатываться. Штатный пенальтист Тюмени Александр Каратаев шансов голкиперу не оставил. А вот занявший место в воротах хозяев Максим Едапин во всех эпизодах был надежен. Хотя после того, как Бардыбахин увидел перед собой карточку красного цвета, подумалось, что бед сибирякам не избежать. Не будет санкций. Молодой парень, там, сказать, что он там что-то такое сделал, там, ну, наверное, первую желтую карточку можно было бы не давать. Во втором тайме тюменский отряд будто бы и не заметил потери бойца. И даже более того, уже в дебюте закрепил преимущество. Настырный Карпов вовремя успел на добивание после углового. Событие это окончательно надломило гостей. Сибиряки не просто уверенно доводили встречу до логического исхода в меньшинстве, они вполне могли сделать счет крупным, а Виталий Горулев стать автором мяча, забитого со своей половины поля. До исторического события не хватило считанных сантиметров. Впрочем, итоговые цифры 2-0 вполне удовлетворили команду Меньшикова. А вот «Волга» упустила возможность обойти Тюмень в турнирной таблице. Игра такая после долгого перерыва. Было много борьбы, было много желания. Там эмоции где-то зашкаливали и допустили, еще раз говорю, ошибки индивидуальные, которые повлияли на ход встречи. Тюменцы вернулись на первое место в табеле о рангах. Впрочем, у идущего вторым Новосибирска есть игра в запасе. Пока же подопечные Меньшикова начали подготовку ко встрече 18-го тура. Его команда проведет 9 апреля в Нижнем Новгороде против «Волны». Карыш – традиционная борьба на поясах, национальный вид единоборств тюркских народов. Но так было раньше, а сейчас им занимаются во многих городах и весях – от Северного Кавказа до Хабаровска. 3 года назад в Тюменской области начала работу региональная федерация, а в минувшие выходные состоялся Кубок России по уже ставшему интернациональным виду национальной борьбы. Неважно, какой национальности ты, самое главное, какой ты человек, вот и все. И все золотые пацаны, все братья, неважно какой национальности, все притягивают друг друга и поддерживаем друг друга. Соревнования, посвященные памяти героев России Раушана Абдуллина и Тимура Мухутдинова, собрали более 200 борцов из 34 регионов России. Задача проста и сложна одновременно. Взять соперника под поясок, выждать нужный момент и провести неожиданный бросок. Карыш – очень демократичный вид борьбы. В нем добиваются успехов и дзюдоисты, и самбисты. Не говоря уже о греко-римлянах. Я сам классик. У меня тренер татарин Минибаев Абухак Благоязович. И вот он нас с детства приучил по всей борьбе бороться. Неважно какая, если ты борец, ты должен владеть всеми видами борьбы. Пожалуй, точнее философию борьбы и не передать. Согласен с этим и глава Тюмени Руслан Кухарук, вручивший Игорю и другим борцам удостоверение мастеров спорта России. Как раз идеология продвижения национальных видов спорта как раз и в том, что этим видом спорта занимаются не только представители одной национальности. Это действительно международный вид спорта, и очень приятно, что Тюмень активно включилась в Карыш, в том числе для ряда школ мы сделаем как в качестве профильного. И у ребят появится возможность здесь, в том числе в рамках урока физкультуры, заниматься таким видом спорта. Карыш кует характер. Это борьба. А борьба всегда проходит не столько с соперником, сколько с самим собой и обстоятельствами. Борцу из Курганской области Виктору Гудкову взойти в Тюмень на верхнюю ступень пьедестала почета помешала травма ноги. Да, он получил 2 дня назад. Колено беспокоит министр. Как бы вот с травмированным коленом выступал. На коленнике полностью. Под мазями обезболивающими. В будущем добавлять, тренироваться, раны лечить свои. Как бы ковер покажет, как говорится.
Не удалось пополнить копилку сборной своей области наградой высшей пробы и тюменцу Мурадали Мурадову. Я не рад, просто соперник оказался неудобным. Чуть-чуть перехитрил меня. Вот, а так будем тренироваться, стараться. Первое место в командном зачете Кубка России заняла сборная Татарстана. Второй результат показала команда Тюменской области. Призовую тройку замкнули борцы Башкортостана. В планах региональной федерации борьбы КРЭШ проведение всероссийских соревнований по интернациональному виду единоборств ежегодно. Он мог бы навсегда спрятаться за своей проблемой, но предпочел борьбу за полноценную жизнь спортсмена. У тюменца Вячеслава Голосова от рождения нет кисти на правой руке. Но он получил высшее образование, успешно трудится в сфере транспорта и недвижимости, а несколько лет назад увлекся олимпийской версией тхэквондо. Увлечение это не мимолетно, что Вячеслав решил доказать, отправившись на чемпионат страны среди спортсменов с ограниченными возможностями. Вернулся с бронзой и с небольшой травмой. Тренироваться поврежденный голеностоп пока не позволяет, но, конечно, не может помешать Вячеславу помочь в работе с детьми наставнику Абдуразизу Магомедову. Мы не имеем права показывать свою слабость. Именно, я считаю, это слабость. Игнорирую таких людей. Работая с ними, я понял, что у них мотивация на в разы выше, чем у здоровых людей, потому что им есть к чему стремиться. Помню, также ехал как-то на тренировку в 17-м автобусе. Лето было, то есть футболка, все, торс практически открытые, руки открытые. Захожу, и маленький ребенок стоит где-то лет 3 с мамой. Вот и на весь автобус закричал: «Мама, мама, у дяденьки руки нет». Зато есть красавица жена Екатерина. Познакомились в интернете, а недавно у молодой пары родился сын Артем. Случайно вечером я поставил ей лайк, вот, а дальше она мне сама написала. Я помню, еще работал тогда курьером, развозил суши. Вот, и она меня дождалась, в 12 ночи я к ней приехал после работы. Забрал ее дома, и мы поехали гулять на набережную. Я первый раз увидела Славину руку, но я не испытала ни шока. Конечно, я удивилась, но он для меня такой же человек, как и все, просто у каждого свои особенности. В нашей семье говорит Слава. Все толстые. Во всех компаниях, а он душа компании, всегда разговаривает Слава, а я в основном просто сижу рядом. Душа компании Вячеслав Голосов и для своих одноклубников. А теперь еще и очевидный пример для мотивации. Несмотря на то, что у него нет руки, он не показывает, что ему плохо, что ему тяжело без руки заниматься. И занимается на равных. Мне кажется, все. Биться, тренироваться, прыгать, кувыркаться и задания выполнять дома. Помощь Вячеслава в тренировках подрастающей смены действительно не лишняя. Уже в конце апреля ребятам предстоит выступить на первенстве России среди юниоров. Италия, Египет, Индонезия, Германия. На карте мира есть десятки стран, в которых активно работают шахматные школы 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. А в России точек развития интеллектуальной игры вообще не счесть. 3 апреля под патронажем Анатолия Евгеньевича шахматный клуб был официально открыт и в Тюменской спортивной школе Тура. Вот это у вас, вот что, даже не два здания, да? Да, вот это, так вот еще футбольное поле. Две площадки нам построили, здесь слушай, вот искусственно. Ну, прекрасно. Не хватало это... только шахмат. Внутри все готово к приезду легендарного чемпиона и началу турнира. Чтобы с пользой скоротать время в ожидании, шахматисты постарше разминали интеллект, двигая фигуры по доскам. А мы решили спросить у самых юных участников соревнований, кто же такой, по их мнению, Анатолий Карпов. Анатолий Карпов – это знаменитый шахматист. Он чемпион по шахматам. Я не знаю, кто такой Анатолий Карпов. Но для того и открылся в спортивной школе Тура шахматный клуб, чтобы дети пополняли свой багаж знаний, становились умнее и добрее. Это будет шире, чем секция или школа. Вот. Это все в рамках реализации президентской программы. Мы по массовости завоевывали первое место многие годы. Вот. И нас отметили президентским грантом. Шахматы в многодетные семьи и шахматы в сельские районы. И сегодня здесь находится удивительная, уникальная шахматная семья Новиковых.
тройняшки и четвертая погодка у нас, Марина. Так, я приглашаю вас. Ученые утверждают, что психологический и эмоциональный базис личности человека формируется до 5 лет. Хотите видеть своего ребенка умным и развитым – отдавайте в шахматы. 4 детей – это тройняшки и погодка, дочка. Поэтому сначала начали тройняшки ходить в шахматы, а потом младшая присоединилась. Бегом бегут, нравится. Стали более усидчивыми. Я не знаю, ну считать им нравится теперь. По математике какие-то продвижения пошли. Ну, с читкой вот у нас проблема, конечно, в школе. А вот математические какие-то наклонности, может быть, они, я не знаю, в лучшую сторону будут. Шахматная жизнь в Тюмени продолжается. Теперь заядлых почитателей интеллектуальной игры должно стать еще больше. ГТО в Тюмени. София – подвижная девочка, любит спорт. В 1 классе получила бронзовый знак отличия. Теперь я хочу получить золотой знак, а ты? Подтянись к движению, получи свой знак отличия. На сегодня у меня все. Увидимся в эфире канала «Тюменское время». До свидания.